День добрый, сегодня на обзоре фанкопоп фигурка «Венимизированная Шторм», она же «Гроза», является одной из наиболее популярных людей X. Вообще Шторм стала одной из первых темнокожих героев комиксов и первой темнокожей женщиной-супергероиней среди основных или второстепенных персонажей двух крупных комикс-издательств Marvel и DC. Ну, из названия понятно, что она обладает способностями, которые проявляет ее власть над погодой. Она может вызвать любой вид осадков, снизить или повысить температуру, а также вызвать молнию. Под ее полным контролем находятся все виды метеорологических бурь, включая торнадо, грозы, снежные бураны и ураганы, а также туманы. Она может не только вызывать эти стихийные бедствия, но и рассеивать их, оставляя чистое небо. В общем, Шторм является одним из самых влиятельных мутантов на Земле. Так, с обратной стороны у нас представлена серия. И, как я понял, это вторая серия. Первая была вот такая. И да, кто не видел обзор на анимизированного Железного Человека, есть на канале, посмотрите. Здесь у нас представлен Танос. Вот, честно говоря, фигурки Таноса мне вообще не нравятся. Это не исключение. Единственная неплохая – это Танос из финала. Дальше Грут, Шторм, Сорвиголова, Ракета и X-23. Вот эта фигурка очень даже ничего. Ну, а теперь вскроем и посмотрим нашу красавицу под действием Венома. Гроза на интересной подставке, образованной из молний. Ее женственная фигура также объята молнией. И она как бы находится в полете. Голова, как обычно, у Марвел на пружине. Огромные глаза Венома и не менее характерные зубы. Ну и завершающий штрих – это нереальный ирокез на голове. В общем, мне фигурка понравилась. Лайк дизайнерам фанка. Но если вам также все понравилось, то поддержите видос лайком. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.